16 июня, 18 часов 15 минут, микрорайон Лопатинский. Обнаружен родник. Мы находимся напротив котельной номер 3 и автомобильной мойки. И здесь рядом начинается проход новой трассы холодного водоснабжения. И здесь мы обнаружили родник. Но я так понимаю, что этот родник не природного, а искусственного происхождения. Это прохудилась труба холодной воды, которую сейчас и меняют на новую. Вот такие у нас природные явления в нашем родном микрорайоне Лопатинск. И сколько нужно было труда и усилий, чтобы мы с вами, дорогие мои жители Лопатинска, добились, чтобы замена была трубы холодного водоснабжения. Магистраль меняется. Это победа, товарищ. Ура!